Добраться до кабинета психолога просто. С левой стороны у вас остается банк Возрождения. Вы поворачиваетесь лицом к ресторану Истра и двигаетесь к черной калитке. Вам нужно зайти в эту черную калитку. Вы на нее заходите и двигайтесь к зданию с коричневой крышей. Вам всегда нужно идти прямо. Входите в коричневую дверь. И двигайтесь все время прямо по коридору. Ваша дверь последняя слева. Здесь находится кабинет психолога.